И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved все так же на Генезисе. Только на этот раз во втором Генезисе. Так, закрыл окно. Лишнее окно закрыл. Короче, думаю, я займет у меня это время немного, но что-то концепт быстро нашел, да и место быстро нашлось, но только здание я еще не построил. Также приколюха с гаммой. И кто? Олень! Иди отсюда, занято. Вот, с гаммой приколюха. Ночью на нормальной... Ой, не здесь, не здесь. Ой, мне ж... Почему я, когда мне нужно зайти в опции, я пытаюсь зайти в меню, а когда в меню, я пытаюсь зайти в опции. Гамма дефолтная, 2.2, если что, это нормально, даже ночью. А днем здесь что-то настолько ярко, что я поставил 1.5. Чтобы... Вот причем здесь видите темно, а вот так смотришь светло. Ну, в общем, что-то здесь намудрено. Вот такой вот домик. Пока что в соломе, потому что солома это самый доступный вариант был. Но это еще недостроенный домик. То есть такой некий концепт, что будет потом, будет видно. Если не забуду, то потом или в этой серии я вставлю то, что я хотел, точнее, на что я оперировался, и уже будем, точнее, потом увидите, что в целом получается. В целом что? В целом, поставил два шкафчика, шкафчик скинул рясики. Поначалу я хотел построиться даже не здесь. Погнали, покажу. Это не та кнопка. Поначалу я хотел построиться вообще... А, не лагай, собака толбанная, срань господня! Вот там, вот там, вот там. Вот там хотел построиться изначально. Но, ну, во-первых, места мало. Во-вторых, такое вроде бы не сильно прикольное место оказалось. Потом хотел переместиться немножечко туда. Вот здесь-то я сразу не рассматривал. Но и в итоге я перешел туда, так как, ну, там слишком красивое место оказалось. Кристалл нашел вот на том пике. То есть вот на той вершинке, во-первых, была заметка. Во-вторых, это... О, заметка. Этот дроп, классно. Во-первых, там была заметка. Во-вторых, там были кристаллы. Посмотрел по карте. То есть по карте ресурсов. Дропики, конечно, это прям... Классика-классика, но прикольно. Прикольно, уже отвык от этой механики с дропами, и прям ты ощущаешь некий кайф по сборе ресов. Точнее, по сборе дропов. Контейнер, и что мы здесь получаем? Серьезно? Текло. Спасибо. Спасибо. Теклук. Во-первых, я его использовать не буду. Но он жрет осколки элемента, и жрет он очень сильно их жрет. Хотя, возможно, если экипировать стрелы, может что-то как-то и горного элемента. Да ё-моё, да это разобрать прям вообще огонь будет. Только надо до дробилки дожить. У меня здесь была бага с текстурами. Да, вы в прошлой серии, я думаю, видели. Это очень нагруженная карта. Прям очень сильно нагруженная карта, и она прям очень тяжело работает, нежели тот же Genesis 1. То есть, если вот так вот бежать по прямой, вы сейчас видите, и вот эти вот пролаги, прогрузки и так далее, это прям конкретно какая-то беда. Ну, я уже к этому как-то подпривык, но в целом, когда тусуешь на одном маленьком участке, это не сильно заметно. А вот когда начинаешь путешествовать по карте, ты такой, блин, а как-то фигово все. Костюм это что-то с чем-то. Ты понимаешь, что по сути летун-то и сильно тебе здесь и не нужен будет. В первых мыслях притомить страйдера. Страйдеры это что-то с чем-то. То есть я сначала думал притомить Мантиса, Богомола, но потом думаю, блин, страйдер же он хороший сборщик. Ну там тоже как попадется в целом, как с гачей, вот это вот все. Но в целом-то да, идея неплохая притомить именно его того. О, я прогрузился. У меня просто до этого прям... Они ходили мыльные-мыльные. Кстати, в чем прикол? Ходят они мыльные, значит, все размытые.
Масштаб расширения уменьшаю, становится мыльные, увеличиваю, становится мыльные. Вот такая вот непонятная фигня была. Слушай, давайте тени я уберу. Они, по сути, мне вроде бы как сильно-то сейчас и не нужны. Это что касаемо вот моего выживания в целом. Да, потом это все дело превратится в что-то с чем-то, но сейчас мне нужны ресурсы. Ресурсы мне, понятное дело, нужны основные. И тут как бы я либо томлю всех нужных добытчиков, либо я томлю страйкером. Страйдером. Ну, короче, он тут дылду переростка. Но для того, чтобы притомить его, мне нужен мутагель. Вроде бы мутагель, кстати, надо спросить все это лишнее. А для этого мне нужно путешествовать в другую карту. Кстати, да, видели, да, там что, это тоже забыл показать. Тоже вот сдропнул с одного этого, почти фулл костюм, это прям кайф. Вот там тоже было, и вот это было, кондиционер. Прям очень кайф, я такой, блин, круто. Вот, это что касается выживания. Поэтому сейчас мы, во-первых, пойдем смотреть карту. Вот, это во-первых. А во-вторых, добывать мутагель. Вроде мутагель это обзывается. Также с ним еще проблема то, что он требует... Так, ну-ка, выше поднимись. Он требует прохождения миссий. А миссии здесь проходятся, ну, такое себе. Поэтому... В общем, первым я буду томить страйдера, а там уже смотреть, что как где. Так как... Кстати, вот площадка для миссий. Я уже показывал. Так, ну-ка. Ну-ка, приземлись. Пожалуйста, пожалуйста, не хочу не спадать. В целом, по миссиям, в чем прикол, так до сих пор не понимаю, почему у меня некоторые пройдены. Проходить буду абсолютно все, это понятное дело. Но, как я уже выразился, возможно, из-за того, что у меня настройки слишком и так... ну, то есть, локалка, одним словом. Локалка как хочу, так и настроил, поэтому, возможно, у меня эти миссии автоматом считаются пройдены. Ну, то есть, как бы, возможно, именно из-за этого. Вот. Не знаю точно. Сегодня мы просто посмотрим, побегаем. Во-первых, я сейчас хочу залутать вот это, потом вот там справа где-то еще один дропик. Да, самый легкий подняться наверх быстро, это через удар. Блин, дропики это кайф. О, так фундамент. Круто, 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 круто. Круто, очень много хороших ресурсов дропается, если честно. Мне это очень сильно нравится. Что будет дальше, не знаю. Но пока что мне нравится. Особенно в такой перспективе. Ё-моё, это можно раздробить. Вот. Где я сейчас нахожусь? О! Вот там у нас путешествие влево. Отлично. Значит, сейчас туда и пойдем. Получим дроп. И туда, налево. Здесь оказалось вообще два дропа. Мне это прям очень сильно устраивает. Вниз спуститься тоже, по идее, можно через это, но не так удобно. В целом, карта, конечно, это прям очень классная. Кстати, я там даже кровать не поставил. Эй, ближе. Легендарная! О! Морелотопс, Морелотопс. А, это этот, с пустынки. И пара царей. Неплохо, неплохо, неплохо. Где же вот подъем? Точнее, переход. Мне вот это... А, ты нифига себе, как пролагала собака долбанная. Нехорошая. Мне... По сути, бы инструменты еще. Ну, хотя ладно, у меня... Ух ты, нифига себе, кавалерийское копье. Снайперская винтовка. Когти. И фляга. Это что-то кайф. Мне первым нужен дробилка. А, газбакс. Аж, у меня аж залагало тебя.
Мне первым обязательно нужен дробилка, потому что вот это кавалерийское копье мне столько резов дропнет, что хо-хо-хо. Просто что-то с чем-то будет. Так, ладно. У, металла намного дропнет. Прям кайф. Прям кайф. Очень много резов. Опять-таки же, погнали сейчас для начала просто так сходим, потому что вот резы добыть я могу и так. Мне энное число мутагена будет вполне достаточно. Или мутагель, как он там называется, не помню. Вот, его будет вполне достаточно, поэтому... На собак! Ах ты, ах ты! Почти в норме! Отлично. Ну, было почти все в норме. Кстати, возможно, я не знаю, но может пригодиться. На всякий случай весь этот лут сразу же будем собирать. А вдруг? И у меня их не хватает. Опять ходить фармить, ну такое себя. А тут по пути дела, почему бы не собрать? Так, давай поднимемся сюда. Ну, эй! Чё? Вырубил двигатель. А где переход? Выше, что ли, еще? Здесь можно яркость крутить нормально. Или где-нибудь здесь. Шорт побры! Ладно, погнали наверх. Все-таки прикольно, вот эти иллюзии работают. Хоп! А там стенка. Потому что что? Правильно. Туда ты пройти не можешь. Блин. Прикольно. Протупил жестко. Я пол сюда, а проход-то вон там его, видно же, где он. Ну, протупил, зато по вот этой конструкции полазил, побегал, посмотрел, что там. Ну, по факту это просто ничего, большое и жирное ничего, но, ну, прикольно. Прикольно, я же все-таки хожу, карту исследую. Да, вот только осталось найти, где этот самый проход. Ну-ка, карта. Да, ой-ой-ой. Где-то тут, но вопрос где? Кстати, давай вот к этим стеклам подойдем. Что есть вообще? Что-нибудь я вижу? Ничего. Даже если захочу, ничего не увижу. Ну и ладно. Так, ладно, ищем вход. Это будет прикол, если вот это вход. Это вообще прям будет тупость. Что-то он просто так смахивает именно, что там вход. Ну и сейчас я там мимо него просто прошел. Пока что очень сильно смахиваешь, что это оно. Блин, очень плохо, что вот так вот взять, на скоком пробежать нельзя. Ты в что-то обязательно упираешься. А нет, это просто текстура. Блин! Так все как-то необычно. На все что-то пытаешься отвлечься. Особенно когда в воздух упираешься, это так весело. Ну да, это что-то очень сильно смахивает, что это какой-то шлюз. Или нет? Или да? Ну-ка. Ну ёпта, вы же за ногу, ну точно. Ну да, я уже здесь. Отлично. Блин. Да ёп. Я это... Опять это... Кнопку сбил. Ну на С у меня бегать, на С. Что я могу поделать с этим? Так. Давай яркость. О, дельфинчик. Не лагай, пожалуйста. Я предполагаю, что у них не было времени выбрать место назначения перед запуском этого корабля. Похоже, мы прыгаем от звездной системы к звездной системе по всей галактике. Вероятно, сканируя ее в поисках природных, пригодных для жизни миров. А, его просто надо это...
Или все-таки надо что-то это? Или все-таки нужно... 104-й, нифига себе. Или все-таки нужно, чтобы был какой-то элемент в руках? Наверное, все-таки нужно, чтобы был элемент в руках. Ну блин, ну смотри, они клевые, они клевые. Я хочу притомить потом. Эй, ну... Ух ты! Вот драться вообще-то нехорошо. Не кормят тебя. Ой, ты вообще... Ладно, приласкаю тебя. Фиг с тобой. Лети отсюда. Так, ладно. Блин, было, конечно, весело. Но у нас миссия пока что другая. Кстати, давай. Ах, выгружайся, давай. Еее. Вот здесь уже чистой воды космос. И прям я в пустоте, можно так сказать, нахожусь. Кайф, кайф, кайф. А, это, по идее, то место, где Амбра находится, да? Ну-ка, давай посмотрим, что здесь вообще за рез. Я будет прикол, если сейчас здесь его найду все это дело. На нафиг металл. Ах ты, кусок железа получай. Это кристаллы обычные или синие кристаллы? Элемент, да, ну, добрый вечер. Так, погоди. А если этим добывать? Ну, то есть вообще прям ни о чем, да? Окей, я понял. Не, ну... Раз я здесь, надо пользоваться моментом и немножко добыть. Тебя, да, по уму надо было сделать кирку, металлическую, металлический топор, все дела, вот это все. То в смысле ты не добываешься? Или ты добываешься? Ну нафиг. Единичку камешка добил. Ну, одно точно могу сказать. Я здесь уже не зря приперся. Ну, нафиг. Как это хорошо, когда ты бьешь не по одной штуке, а по несколько сразу. Так, ну, бам! Ну, почти получилось. Так, отлично. Элемент мы уже добыли. Ёшкинка. Что-то, черт побери, красиво. Интересно, а что там тут за шлюзики? Так, я хочу туда сгонять. Черт побери, как же так все-таки красиво? Ну и посмотри, они все цветные, у них это... Разный этот... Разные цвета у них все дела. Блин, прикольные. Прикольные. Здесь, кстати, искатели тусуются. А я все еще пытаюсь туда добраться. Блин, будет такой облом, если в туда просто сейчас добраться нельзя, и ты такой, хоп, уперс. Хотя нет, вот смотрю, там какой-то этот есть. Ай, твою мать. Какая ж тяжелая карта, как она жестко прогружается, прям кошмар. Тем, может, это просто был баг цвета. Повторюсь еще раз, будет очень обидно, если туда попасть нельзя. Не уперся ни в какой потолок. Отлично. Да, черт побери, это щит. Сейчас такой, оп. И, да, вот. Автоматические зонды прыгают вперед, исследуя выбранные системы и, находя богатые минералами астероиды, более крупные камни по прибытию попадают в добывающее кольцо корабля. Экипаж называет его камнеболталка. Типа понятно, они здесь не просто появляются. Прикольно. Интересно, я смогу отсюда... А, нет, это просто получается промежуточное это. Вот жопа. Наверное. Наверное, промежуточное, я не знаю. Ой, у меня еда. Хорошо, что я изготовил несколько... А, я уже сюда пришел. Все, отлично. Я уже зашел в биом. Офигеть! Где? Да! Все, я уже в биоме. То есть, через эти места тоже можно попасть сюда.
Классно, 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 классно. То есть здесь не обязательно только через те большие эти зайти, через вот такие маленькие тоже можно зайти. Прикольно. Ну, естественно, дроп, я иду к дропу. Кстати, к дропу. Мне нужно куда-то туда. Ну, почти даже в нужном пути иду. Так, что у нас вот с дропиком? Так, здесь у нас это. Здесь у нас грибы. Логично. Что с грибов? Ох ты, нифига, сколько редких грибов. Пригодятся. Так, пежики. Это у нас яснокрыл, да? Яснокрыл, 108-й. Ой, вот только не надо говорить, что опять за... Ох, как же они меня бесят, разработчики, тем, что они могут... Даже создавая Genesis 2, они совершают ошибки такие же, которые были на этом... Велик, что ли? О, кайф, велик. Вот они... А, это добыть могу? А, это такая же, такой же грибочек. То есть они совершают точно такую же ошибку, как и то, что у них было где еще на операции. Ой, да какой на скёрч? Короче, это везде такая ошибка у них. То есть у них не помечают точка, где это. То есть тут реально на всех картах такая фигня. Единственное, что на острове я такой не встречал. Ну, возможно, там таких и места не было, чтобы такое встретить. И вот и все. Но, блин, все равно такое себе. О! У нас биом, получается, меняется, да? Клево. По идее, по вот этим, по цвету вот этих дропов, можно понять, какое... Вроде бы по цвету дропов можно понять, такое, в каком мы регионе. Так, мне нужно куда-то туда. Но это не точно. Я не последняя инстанция, чтобы утверждать то или иное... утверждение. Я гений говорить. Ладно, погнали. Сейчас надо браузер загрузить, посмотреть координаты, куда точно мне лететь. О, новую планету приземлились. И я бегаю, в итоге искал одно, нашел другое, нашел кристаллы. Кстати, да, именно вот так кристаллы я и добывал. Почему бы, как говорится, и нет. Ну, свои первые, чтобы сделать трубу. Когда было что-то так много, что аж пришлось выкидывать. Нашел такие вот растения, с которых дропаются редкие грибы. По-моему, грех не собрать их. Поэтому сразу же стал собирать. Интересно, с этих дропаются? Нет, с этих не дропаются. А нет, вот. А, нет, это я вот тот собрал. Прикольно. Вообще, мне нужно координаты... 56, 38 на 27, 74. 56 на 27. Там какой-то, кстати, да, заряжи нефти. Там кайф. Там будет какая-то фигня, с которой я, собственно, смогу добить, как он называется, мутаген. Мутагель это немножечко другое, а вот мутаген я смогу с этого добыть. Поэтому... Пока что приземлился, пока что ищу. Найду? Скажу. Не найду? Все равно скажу, что не нашел. А это что? Дерево. Кайф. Блин. Клево. Как только там не клево внизу находится, что? Динегриф. Да, вас тоже нужно будет томить. Еще те редкостные живодеры, блин. Ладно, бегаем, ищем, смотрим и выживаем. Да, походу это все-таки где-то в подземке. Беда конкретная. Если это все дело в подземке находится, то это прям конкретная беда. Да, я тут что-то всякой фигни поналутал и много. Ого, и много поналутал. Не, есть второй вариант. Это в одном из промежуточных биомов, которые по центру. Оно тоже там спавнится, типа. Но, ёшкин кот. Это ж надо именно ловить ее. Ловить этот долбанный биом. Ну, такое себе. Зато леса добыл неплохо. Нужных, ненужных. Обсидианчик, кстати, даже тоже нашел.
Не зря, в общем, сгрицевал, и элемент нашел, и обсидианчик нашел. В общем, все прям огонь. Но, блин. Прям обидно, черт побери, что она где-то под землей, и надо искать этот выход. Ага! Ладно. Сейчас попробуем копаться в интернете, может найду. Где хотя бы вход туда. Если что, попробуем в межбиоме потусовать. Может, там что найду. В общем, надо попытаться поискать. Да уж. Ну, как говорится, раз уж взялся пытаться добывать, погнали до самого конца. Все-таки, да, как я думал, это внутри находится. И вход по координатам 50 на 25. Там два хода, 50 на 25, 50 на 29, ну, в общем, я здесь сюда прилетел ближе. Поэтому погнали. Погнали, черт побери, искать. Блин, только сделал потемнее, и сама игра стала темнее. А, не лагай. Ну или прогружайся, пожалуйста, быстрее. Ой! Это же, наверное, как данж получается. Он пробужает типа по отдельности. Эх, ты ж собак. Забыл. Кстати, про это я помнил, что он пробужается по отдельности. Вот это все. Почему помнил? Потому что я у кого-то натыкался. Вроде бы у чудика натыкался. Чудика нет, из ниоткудика. Ладно, это же эта штука совсем не жуткая. Это похоже на какое-то ужасное месиво из кальмара и медузы. Как она может летать? И почему у него яркий прожектор в центре? Фу. Ноль звездочек. Нет, спасибо. Понятно, типа как оценка. Окей, я походу здесь увидел какого-то наблюдателя, что ли? Как он там называется? Да ёп твою ж! Такс, окей. Ну, погнали. Your star pupil along with you. This is the one you went for. After all those tests and games of pretend, you're survivor. А ты можешь говорить по-русски, пожалуйста? I'm afraid neither of you is going to survive this. Так, ладно, фиг с тобой, козёл паршивый. Так, мне нужно 57. Ну, грубо говоря, 57 на 28. Давай вот так вот. 57 на 28. Это уже точно будет наверняка, там, без каких-то копеек. А, вот сюда, 57 на 28. Это под вот этой площадкой. Окей. А, да, здорово. Слушай, у меня даже... Бляха-муха, я лук даже выложил. Ну, серьезно. У меня просто есть осколки, но я выложил лук. Ну, супер. Так, ладно. Щупаки, иди в задницу. Не в мою. Так. А можешь ты идти нафиг? Ой, фу, кислотный ожог получил. Ай, взлетай. О, Ноглин, здорово, 120-й? Макс левел 120-й здесь? Хитрить тебя растудить. Так, погоди, а это что у нас? Ну, хоть здесь ходить можно, на том хорошо. Так. Серьезно? Хитин, кератин, первосортина. Чё ещё?
Нафиг идите! Беги, глупец! Беги! Я слишком долго стоял на одном месте. Не-не-не-не-не-не-не! Спасибо, спасибо, спасибо! Иди нафиг со своими щупальцами! Понял? Не-н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 е. У меня даже хилок нету. Кстати, я могу хилки сделать. Точно, я ж могу хилки сделать. Ай! Подожди. А по тебе я бить? Ой, не, нафиг, что-то, короче, здесь опасно стало. Ай, сейчас ожог будет. Ой! Ой, я могу по тебе бить. Ну-ка, иди сюда. На, получай, козел. Беги. Оно того не стоит. Пока живу. Но это ненадолго. Спасибо. Это что такое тут? Не-не-не-не-не-не-не. Это что сейчас было? Пошел ты! Понял куда? Ну, в общем, туда, откуда не возвращаются. Нифига себе! Подожди, а почему у меня цветочков? У меня цветочков чуть-чуть не хватает, что ли? Подожди, 24 цветочка. А там сколько нужно цветочков? Слышь, 25! А-а-а! 25 цветочков. Мне надо цветочка не залутать, или я сейчас тут сдохну нафиг. Арта плеврам! Это чё, богомол, что ли? Иди нафиг! Отлично, Юкилиторинг, Тоникс. О, не-не-не-не-не! Господи, это костюм, этот костюм, это что-то с чем-то. Спасибо за то, что даете этот костюм сразу же. Так, не-не-не-не-не-не-не! Я так и понял, что там что-то есть! Взлетай! Ой, это было жестко. И это походу вот этот. А, ну призыватель же, утяж. Дурной! Чё, Вася? Сходил один такой, залутать. Подлутать ресурсов, чуть сам не сдох. Так, пожрать надо. Пожрать надо, но я в воздухе не могу жрать. Отлично. Пожрали. Призывайте, чтоб тебя собака долбаная. Так, ну эти мураши фиг с ними. Ну чё, я пока живу? Пока этот призыватель... Ага, он не может далеко призвать их. Это хорошо. Это хорошо. Ох ты ж там как весело у вас внизу. Ёшкин кот. Блин, столько элементов добыл, столько всего добыл. Прикольно, конечно, прикольно. Но чувствую, я не дойду, короче, за этим мутагеном. Мутагелем? Мутаген вроде бы. И ну его нафиг. Как ты знаешь? А, жизнь дороже, пошел в жопу! А, собака! Беги! Дурак! Все. Фух. Ну выбрались вроде бы. Черт побери. Ладно, еще раз попробую по этим координатам пройтись. Что там? 50... Ах ты собак. 58, 27, да? Ладно. Ты решил дальше пройти немножечко. Отлично, теперь вокруг летают гигантские глазные яблоки, прикрепленные к цветам из мяса. Чувствуешь себя здесь нежеланным гостем, не правда ли? А, не правда? Хотя, может, и в этом и есть идея. Может, это просто часть какой-то макроскопической...
макроскопической иммунной системы. Ой-ой-ой-ой-ой! В целом я понял, они всегда светят каким-то фонариком, и вот под этот фонарик мне нужно попадать, это факт. То есть я попадаю под этот фонарик, они начинают призывать. Если я не попадаю под их фонарик, они ничего не призывают. А еще в видосике, где я смотрел про координаты с этим, со входом, мутаген был где-то вот на вот этих... Добрый вечер, что серьезно? Вот, репер. Были где-то вот на вот таких вот жилках. До сих пор очкую и в жопу это все нафиг. Страшно? Что ужас? Они вообще должны светиться. Но тут, конечно, еще то безумие. Не согрелся, отлично. Ой, щупалька, иди нафиг, пожалуйста, иди нафиг. Богомол, иди нафиг! Погнали отсюда нафиг. Не хочу я сюда. Чё-то мне здесь не сильно нравится. Ну и ладно, отлично. Благо у меня есть что жрать. Кошмар. Ну богомол, ну ты ешкин кот, ну ты серьезно? Ну нафиг. Мое конфу сильнее твоего. Ладно. Полимер так полимер. Ну, помирает, так помирает, что поделаешь. Я наткнулся на сраный ублюдочный газ. В смысле? Опять на газ напал? Отвратительно. Я сейчас сжал на С. У меня он просто руками бил, вместо того, чтобы это... Вместо того, чтобы бежать. Ну, С это альтернативная атака. Ой, какая досада. Ну, кстати, чё, погнали, там уж заспавнимся. I deserve more room to evolve. Какой дядька злой. You've already had much more than you ever deserve. Прям такой злой дядька. Не нравится, что я приперся. Ну что поделаешь. А я, между прочим, уже третий раз сюда приперся. Но на этот раз, как видите, у меня есть хилки. Ах, это кошмар какой-то. Кстати, ну-ка давай посмотрим. Ох ты, нифига себе. Так. Отлично. Ой. Ой, ты ж там нифига себе, что творится. Ой! А, меня там сикер схватил. Ах ты ж ублюдок, мать твою, за ногу пошел в жопу от меня. А можно как-то взлететь? Пожалуйста. Ой, спасибо. Ой, спасибо. А знаете, что больше всего бесит? Сейчас вот эта вот надпись, она так там и будет светиться. Она что-то у меня обычно никак не исчезает. Пошел ты. Что-то, короче,
походу дела, плохая идея пытаться тебя завалить, да? Да блин, почему я тебе попасть-то не могу? А, у тебя щит какой-то, что ли, там? Ах ты, ублюдок. Щитом он. Тварь нехорошая. Ну, ты с щитом, я с хилками. Все очень даже честно. Да что ж такое-то, попасть по тебе не могу по-нормальному. Да уйди ты, пожалуйста, трицератопс, не туда, куда хочу я. Ну все, короче. Ну ты, короче, бесишь меня уже. Да что ж такое-то, а? Что за осечка опять? Ты лапки свои ко мне не тяни, тварь. Этот Питер сейчас его сожрал. Этот ублюдок, мать твою, сожрал сейчас эту тварь, которую я только столько гасил. Ух ты ж, какие-то. Ух ты ж, твою мать. Здесь еще другая проблема. Те козлы, которые пытаются все сожрать твое. Ладно. Вижу цель, не вижу препятствий. Ой. 212? А чё так мало? Потому по 500 бил. А у этого чё, защита что ли больше какая-то? Ай! Ониксов вызывает тут мне летунов. И так тяжко. Тут да нифига себе, а чё ты такой бронированный? Не подскажешь случаем? Тоже хочу таким быть. Так. Надо сделать так, чтобы он был где-то здесь. Вот прям желательно. А можешь ко мне подойти сюда? Ой, еще стреляется, смотрите-ка. Ты серьезно? Ой, там бронтозавра вызвал. А, так нет, он в целом исчезает. И смысл мне было тебя бить? Ой! Ой, да идите его нафиг. У меня там, походу, дело еще один согрелся. Ой, да нафиг, короче, это все вот это вот. И я что-то придумал здесь. Мутагель какой-то, мутаген искать. Ой, нафиг. Не-не, какой нафиг мута... Ты что, серьезно? Отстань от меня, я не хочу с тобой играть. Не, не хочу я с тобой играть. Ууу! Прикольно. Я понял, как они появляются. Можешь взлететь? Спасибо. Воу! Ну ты, конечно, прям крендель еще тот. Ладно, текать пора, так текать. Нафиг это все дело. И не больно уж, так и мне нужно было. Но знакомство, конечно, с этой частью карты у меня произошло еще то веселое. Очень развеселый, я бы даже так сказал. Ну, когти это прикольная штука. Когда стоишь один на один, и прям ты вот это вот сейчас чувствуешь, что будет весело. От когтей есть смысл. Но они уже сломались. Еще я их просто один раз попользовался, и все. Да. Уж, да уж, да уж, да уж, когти, короче, такое себе. Все-таки, по прочности. Ай, ладно.
нафиг все. Погнали домой. Еще вот хочу попробовать вот этих вот там. Что с ними сделать? Получится, не получится что-нибудь. Не, они что-то рассасываются, сразу разбегаются, кто куда и все. Возможно, это как рой этих. На это, на болоте. Типа они летают, и надо куда-то в одну точку попасть, чтобы замочить их всех. Ладно, Мутагели так и не получилось достать, зато знакомство с картой очень прям мне понравилось. Нафиг все. Кстати, с кулака добываю 83. Там вот 69, 70. Ну и киркой я добываю примерно столько же. С кулака там было 93 добывал. Ну, может, какие-то копейки с кирки больше. Кстати, кирку я получил из богомола. А, они любят дропать инструменты. Но черт побери. Кстати, да, и здесь сейчас нефтяшка. Дропается. Ну, блин. Он добывает... С кулака я добываю так же, как это. То есть кулак... Ну, то есть атаку кулаком, это как кирка. Прикольно. Жаль, топорика мне не дропнулось. Только вот всякие каменные подропались, а такого нет. Вот это, конечно, жаль. Но камень надо выкидывать. Все остальное, потому что нужнее и важнее. Блин, какая долгая серия получается. Прям ужас. Но это прям путешествие, конечно, еще то веселье оказалось. Да уж. Ладно, до дома. Прикольно. А здесь путешествие между этажами есть. Ты заходишь сюда, и ты между этажами тусуешься. Приколюха. Это вот по центрам, по крайней мере. Не знаю, как там. Вроде бы я, по крайней мере, не встречал такое. Но вот по центрам. И, кстати, вовремя. Сейчас будет смена локации, по идее. И я смогу посмотреть, может, там что новое увижу. Кстати, мне даже интересно, что будет во время смены локации. Если я там буду находиться. Что со мной станет? Охота, конечно, даже лут сдропнуть, но... Да интересно же. А ничего не будет, прикольно. То есть там просто сейчас ничего внутри нету. Конечно, наружу что-то вылазить все равно неохота. Ну, это прикольно. То есть даже это здесь продумано. То есть на данный момент здесь просто ничего нет вокруг, а мы типа перемещаемся в другую галактику. Ну или куда мы там летим. Все-таки хочу выйти. О! Прикольно. А нельзя выйти? Здорово. Чисто защита от дурака. Прям мне нравится. Багов бы поменьше было. Прикольно. А теперь... Мутагель. Мутагель. Я залутал мутагель вместе с черным жемчугом. Он дропнулся вместе с черным жемчугом. Понимаешь? Собака! Нехорошая! Ай, черт побери. Ну, ладно. Черный жемчуг тоже хорошо. И мутагель-то вон собираю. Конечно, его надо дофига этого мутагеля. Но черный жемчуг это здорово. Да. Так, все-таки собирать поинтереснее, полегче. Опять-таки же, кнут тоже я получил из богомола. Так что, да, неплохо так подропались. Тут собака только прям... О! Да уж. Вау! Виверна. Прикольно. А вообще, я хотел к этой жемчужинке большой прийти. Блин, ты посмотри, какая жемчужинка. Прикинь, такую жемчужинку залутать. Ух, красота была бы. Но... Жаль.
Увы и ах, кстати. Ну, тоже ничего, я пытался. Но это просто как декорация. Блин, как же все-таки красивые они. Надо бы притомить кого-нибудь из них. Они реально красивые. Вау. Вой. Ну че ты на меня сагрилась? Ну ё-моё. Станет собака. Это она, получается, бьет как этот. Ай. Этот, господи, под водой-то который козел. Ой, да иди ты нафиг. Все продолжает бить. Медуза. Как медуза, лепидричеством бьет и станет. Овца? На тебе по щам, собака долбаная. Надо это. Текать, короче, отсюда. Болтали с черного жемчуга. И валить надо отсюда. Ну и нафиг. Небезопасно здесь. Урон вроде бы не вносит. Но. Прям отвратительно. Ой, нафиг, текать надо. Дома все-таки побезопаснее. Ай, ну и смотри, ну опять дропан забагованный. Ну прям бесячая собака. Прям осенью мы бесячая собака. Я, может, все-таки не забагованный. Не, все-таки забагованный. Ну-ка, да, вон он стоит. Ну и прям очень далеко он стоит. Обида вот такая сильная. Ну да, и ладно. Все. Домой. Надо текать домой. Нафиг. Все. В общем, с добычей ресурсов как-нибудь разберемся потом. Как-нибудь, надеюсь, разберемся потом. Возможно, найду какого-нибудь страйдера маленького левела, на которого хватит мутагена и хватит выполненных моих миссий и так далее. Возможно, черт его знает, но следующие точно нужно какие-нибудь миссии повыполнять. Все-таки они нужны здесь как никогда. Ну а я что? А я на этом уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Опс. Как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться мои видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.